Всем привет, доброе утречко. Хочешь сказать доброе утречко? Понятно. Меня сейчас Андрейка закинет на станцию поезда, и я поеду в Тель-Авив работать. По этому случаю я решила сегодня снять влог. Сегодня у нас будет там конференция. Сегодня у нас там будет конференция одного из брендов, с которым мы работаем. Ну и будет такой типа дня кайфа, как тут называют, Йом-Кев. Не совсем это, конечно, работа, но все равно там будет вкусный завтрак, там будут всякие разные интересные штуки нам показывать. В общем, я думаю, будет классно. Люблю такие дни. Правда, не люблю ездить с утра в будний день в Тель-Авив. Вот это вот ненавижу делать, потому что всегда столько народу. Ну все, я уже приехала. Находится это место рядом с парком аттракционов. Видите, там колесо обозрения. Смотрите, какое место симпатичное. Все такое зеленое. Красота. Так, а здесь нас, наверное, будут кормить. Как всегда на конференциях кормят завтраком. Ну, если везет, еще и обедом. Посмотрим, что будет сегодня. Так, тут напитки. Шампанское. А посередине, по-моему, фанта. Так, походу, это весь наш завтрак сегодня. Ничего из этого мне, естественно, есть нельзя. Хорошо, что я с утра съела банан. Так, а здесь будет презентация. Тут вот на стульчиках лежат подарочки уже для всех зрителей. Один из этих пакетиков будет мой. Интересно, что там в этих пакетиках? Всегда приятно получать подарочки. Ну все, презентация закончилась. И сейчас нас будут кормить обедом. Так, что тут у нас есть? Разные салатики. Там какие-то сэндвичи. Так, тут тоже какие-то сэндвичи с лососем могут сделать. Блин, как это все аппетитно выглядит, ребят. Жаль, что я на диете. Ну все, ребятки, я уже на работе. Решила я после конференции не ехать домой, а поехать на работу. Потому что работы очень много. Сначала планировала работать дома, но дома кровать манит. Да, очень манит. Ну что, ребятки, сижу на работе. Никого нет, уже все ушли. А я решила сегодня немножко задержаться, поработать. Давно я на самом деле на работе не задерживалась, потому что у меня сейчас Андрей учится аж на 3 курсах. Он взял еще 2 курса. И 3 или 4 раза в неделю он учится. То есть получается, что в эти вечера я должна сидеть с Яном, уходить рано с работы. Поэтому стараюсь использовать любую возможность, чтобы задержаться на работе, восполнить свои недостающие часы. Конечно, работаю дома, потому что этих часов, которые я задерживаюсь на работе, недостаточно. Поэтому приходится работать дома. Ученик Андрейка. Понравилось ему учиться, в общем. Скоро уже буду выходить, где-то через полчасика. Сейчас у нас 6. Где-то 6:30 выйду с работы, пойду домой. Приеду, наверное, когда домой, Янчик уже будет спать, мальчик. Потому что он у нас очень рано ложится, где-то в 7 часов вечера. Мы его уже укладываем спать, и он без проблем засыпает и высыпается. Сам встает в 7 утра. Ну все, плетусь домой по жаре. Без 27, а еще жарко. Единственное, спасает, ветерок дует. Прям хорошо становится, когда ветерок дует. А так вообще жарко и очень душно. Очень-очень высокая влажность сейчас. Но ничего страшного. Тоже иногда полезно. Несу свой драгоценный подарочек. Вот он. Опа. Который нам подарили на конференции. Приду домой, покажу вам, что нам подарили. Все подарки пойдут Яну, естественно. Для меня там нет ничего. Ну, немножко, может быть, еще Андрею. Кстати, по поводу Андрея. Наверняка будут вопросы, какие курсы он взял. Во-первых, он взял курс повышения квалификации на той должности, на которой он работает.
Он работает, должность его называется как Миналь Тахзука. Еле-еле душа в теле мы нашли более или менее нормальный перевод для его должности, потому что аналогов такой должности, ну, по крайней мере, в России я не встречала. Это менеджер по технической работе здания. Многие переводят эту должность как завхоз, но это не совсем завхоз. Андрей у меня начальник, поэтому завхоз все-таки, наверное, немножечко не подходит. Так вот, один из курсов, который он взял, это как раз-таки Минель Тахзука. Там еще какое-то слово добавляется к этому всему делу, я не помню какое, но курсы, чтобы продвигаться в его профессии, в его должности, скажем так. Ну и еще один курс, это курс, который Андрей получил с работы, связанный с пожарной безопасностью. Это он учится один раз в неделю, но целый день. Вот. Что весь у меня Андрейка в учебе. Где-то до сентября у нас так и будет все это дело продолжаться. Три курса одновременно. Потом в сентябре у него закончится его старый курс, первый, который он взял наконец-то. Вот. И останется только два курса. Но они тоже достаточно быстро должны закончиться. Если первый курс он проходил 2 года, то эти где-то полгода или по году, точно не помню. Ну, намного короче, чем первый. Все, я уже почти дошла до своей автобусной остановочки. Вся запарилась. И солнышко. При такой влажности, даже когда не особо жарко на улице, все равно одежда моментально становится влажной и начинает прилипать к телу. Это так раздражает, честно сказать. Не самое приятное ощущение. Так, ну все, я дома. Давайте я вам покажу, что нам подарили. Помимо сумочки с логотипом Universal. Так. Подарили пляжное полотенце с миньонами. Яну Андреевичу пойдет, конечно же. Также подарили бутылочку. Тоже Яну Андреевичу. Говорю же, все тут Яну Андреевичу будет. Вот такая вот прикольная. Ну и тетрадка с миньонами. Если Андрей очень-очень захочет, то он заберет ее у Янчика. Такие вот миньончики, да. Хочешь тетрадку? Почему? Ты разве не учишься у нас? Миньон. Как это ты не хочешь миньон? А, тебе захочется с ними поиграть? Понятно, ладно. Тогда Янчику тоже. Ну что, ребятки, включила, чтобы с вами попрощаться, потому что сейчас буду уже ложиться спать. Так что спасибо, что были со мной сегодня, и увидимся в следующем влоге. Пока-пока!